весело, душевно и вкусно отметили День народного единства в Ленинском округе. Несмотря на прохладную погоду, на праздник-ярмарку в Центральном парке пришли сотни видновчан и гостей города. Выставка предметов народных промыслов, мастер-классы, концерт, игры, программа очень насыщенная. Порадовали гостей и столы, которые буквально ломились от угощений. Сегодня на столе русская кухня. То, что едим мы каждый день. Селедочка, сальцо, блинчики, оладушки, соляночка, огурчики, капуста квашеная, компотик, винегретик. Ленинский городской округ – общий дом для всех его жителей. Таджики, татары, армяне, пакистанцы, азербайджанцы, молдаване – почти 20 национальностей познакомили гостей со своей кухней, обычаями, нарядами, культурой. Мухаммад Рахимов, представлявший на ярмарке Таджикистан, живет в нашем муниципалитете уже больше 30 лет. Здорово, когда все объединяются, все в одной как бы стране живем. И мы хотим, чтобы дальше вот жить такое как бы единственное и такое как бы объединение всех народов, и для нас это как бы приятный праздник. Радость, дружба, добро, счастье. К многочисленным поздравлениям и теплым словам присоединились первые лица муниципалитета. Сегодня здесь собрались люди разные, разных национальностей, разных конфессий. Но они показывают нам свое разнообразие, свою какую-то изюминку. Кто-то в кулинарии, кто-то в каком-то искусстве. Но всех их объединяет одно, потому что они живут на территории Ленинского округа. Они трудятся и созидают во благо и малой родины, и нашей большой, великой страны. Это наша история, история уважения к нашим предкам, благодаря которым сегодня Россия – это великая держава. Ну и, конечно, для всех православных сегодняшний день – это великий праздник – Казанская икона Божьей Матери, и пусть Богородица хранит под своим покровом всю нашу землю. Несмотря на то, что День народного единства, праздник достаточно молодой, отмечается с 2005-го, с каждым годом он становится все более популярным и действительно объединяет всех нас. И сямисис Байрам Белен, с праздником вас, дорогие наши сограждане. Желаем вам здоровья, красоты, великой дружбы, которая познается только когда ты через всю жизнь проносишь счастье, радость с другим человеком, совместно проживая с ним в одном городе, в одной стране. Всю страну нашу огромную с шикарным праздником. Дружите, любите друг друга, помогайте, будьте все счастливы. Всем хорошего настроения. Воодушевляющий, бодрящий. Ну и, конечно, дающий надежду на будущее, что у нас все будет дружно, мирно и хорошо. Всего в муниципалитете в праздничный день прошли более 40 культурно-массовых и спортивных мероприятий. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.